Arus Cargo Premium Lojistik, Türkiye'de kurulduğundan bu yana dış ticaret ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'den Rusya, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelere lojistik hizmeti sunan firma, tekstil, mobilya ve çeşitli ürünlerin gönderimini sağlıyor. Lojistiğin yanı sıra Balıkesir'de bulunan fabrikalarında zeytinyağı üretimi yapan firma, Rusya'ya da ihracat yapıyor. Firma sahibi Abdurrahman İbrahimov, Türkiye'deki çalışmaları hakkında mikrofonlarımıza bilgiler veriyor. Зовут Абдурахман Ибрагимов. В 2008 году я приехал в Турцию и занимаюсь перевозкой груза из Турции в Россию, Казахстан, также Кыргызстан. Мы занимаемся перевозкой грузов из Турции в Россию. Это та же самая же одежда, обувь, мебель и разного вида товаров. То, что к нам клиенты приходят, то, что они нас знают как своих земляков, и предпочитают больше своих знающих людей, земляков. И в каком-то преимуществе есть у нас, потому что мы занимаемся давно в этом перевозке и доверяют нам они. Мы перевозим, это однозначно, это одежда, еще мебель, может, продукты питания и много разных видов товаров. Abdurrahman İbrahimov, zeytinyağı üretimleri ve ihracatları hakkında şu bilgileri veriyor. Да, у меня еще помимо логистики также есть производство оливкового масла. Это называется Ибрагим Айле. Я назвал ее в честь своей названия нашей фамилии, в честь нашего дедушки. Да, мы наша фабрика находится в городе Балыкесире. Мы экспортируем ее в Россию. То, что в России она не растет, и в других странах она идет. И также мы хотели ознакомить наш российский народ с турецким производством настоящим оливковым маслом. Ну, так как мы в этом бизнесе новые, 3 года всего лишь работаем, мы в данный момент только в России. У нас идет продажа в России, в разных городах, на Кавказе и в России. А в дальнейшем мы планируем выйти на другие страны, так как это уже будет Казахстан, Киргизстан, Белоруссия и арабские страны. Но для этого, конечно, нужно усерднее и работа, и времени. Да, конечно, Турция – это развитая страна, не как бы в других странах. Здесь необходимо, нужно, если ты открываешь свою фирму, зарегистрироваться официально, взять разрешение на фирму для того, чтобы ты имел право работать свободно, без проблем. Вот. Это однозначно перечень своих документов, имеется в виду, как все это занимается бухгалтер, менеджер и так далее. Все нужно делать официально, чтобы у тебя не возникли с властями никаких проблем. Мне хотелось бы, конечно, сказать вашему правительству, но не все приезжие, они одинаковые. Каждый по-своему разный они. Есть люди, которые хотят действительно переехать, работать, развиваться в этом стране, так как эта страна очень экономически развитая страна. Вот. Как говорится, насколько твой мозг развит, насколько ты можешь построить свой здесь бизнес. Вот. И да, некоторые нелегально здесь находятся, а некоторые там несправедливо ведут свой образ жизни, зарабатывают какими-то другими левыми путями. Но есть такие люди, которые действительно хотят работать и развивать свой бизнес в этом стране. Не все одинаковые они люди. И, конечно, хотелось бы таким добросовестным людям, чтобы относились как-то с пониманием и с уважением. Да, у нас есть свои представители, это находится в Москве и разных городах. Это так как в Пакистане, Ингушетии, Чечне, Пятигорске и других мелких странах. А вы можете сами напрямую связаться в Турцию нашими контактными номерами и поинтересоваться, какой вид товара вы хотите, чтобы вам довезли. Мы это сделаем из Турции до вашего города доставку.